Всем доброе утро, друзья. Конечно, не очень утро, потому что я почти всю ночь я не спала. Я не знаю, то ли у меня сон стал чуть, то ли, ну, в общем, Микки тоже не спал всю ночь, ходил, стонал. Я говорю, скорее всего, если бы там, я, может, какое-то успокоительное выпила, я бы спала и на это не обращала внимания. Но он ходил, ему что-то, вот, знаете, как будто что-то беспокоило. Я в поту бич не ссылы, вот это вот все я не верю, но, блин, вообще абсолютно не выспалась. Надо себя как-то собрать. Я вышла на улицу, потому что тут так прохладно, хорошо, можно себя приободрить чуть-чуть, собрать. Сейчас еще даже 6 утра нету. Я теперь поняла, почему люди, которые живут в частных домах, тоже рано просыпаются. Потому что, ну, так как-то получается. Хотя, ну, мама говорит, что она бы спала дальше. Вот, я не могу дальше спать. Снимаю, кстати, на камеру. Можете посмотреть, как вам видно. Единственное, что мне кажется, если при отдалении, то слишком мутно. Ну, может, мне только кажется. Мне розочки вчера понравились. Сейчас вам, раз уже так, покажу. А, начинаю снимать, начинается ветер. Это специально. Так, это лилии, смотрите. Смотрите. И розочки сейчас вам покажу. Это, по-моему, уже дружок. Сейчас мы с вами к нему тоже пойдем. Смотрите, какая красота. Какие розы шикарные. Мне вот это очень нравится, прям безумно. У нее какой-то такой нежный-нежный оттенок, как у балерины. Да сейчас мы к тебе придем, бля. О, ветер. До сих пор, кстати, помните, у меня был микрофон. Не могу его найти. Да иду я к тебе, иду. Ну и собаки гавкают. Ночью я не слышала, чтобы гавкали. Вы уже вышли, да? Ну, извините. Сейчас я вам покажу дружка. О, Микки на все время. Тихонечко. Тихонечко, попрыгунчик мой. Вот такой моя собака, да. Да, зайка, ну ты ж на Микки кидаешься, да. Да, у него тут уже много места, водичка. Сейчас покормим, да. И покормим тебя, да. Все, все, сиди, сиди, все. И выпустим, будем уходить и выпустим. Иду, Микки, иду. Иду. А, так, друзья, попросили ближе показать книги. Это книги вот 100 великих пиратов, 100 великих загадок истории Франции. Такие, ну, такие, вернее. Наверное, не такие, наверное, просто другая серия, да, дома у нас есть. Ну, то есть очень много здесь этих книг. Вот такие Романовы, династия Романов. Энциклопедия российской монархии. Мика, не кричи. Ну, и тут вот такие вот тоже книжки, по-моему. И вот тут тоже много книжек. «Чернобыль. 15 лет спустя». Кстати, мне кажется, интересная книжка. Надо как-то взять, почитать. Полная энциклопедия птицеводства. Вот такие вот книги. Тут просто, чтобы более детально показывать, мне кажется, это будет неинтересно. Вот там тоже книжки есть. Вот такого вот направленности. Вот. «Морган. Пираты. Великие пираты». Тут диски даже какие-то есть. Маша Распут, боже. Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна. Все остальное в пыли. И вот советско-английские отношения во время войны. Отечественной 1941-45 года. Вот, я уже говорила, что родители отчима были корнями из России, поэтому у них много вот таких вот. Вот таких вот книг. Петр Великий, дипломат и политик. Ну, то есть много тут всего. Очень много. Там, если кому интересно, возможно, сейчас. Хотя я сомневаюсь, что сейчас кому-то интересны такие книги. Но в любом случае. Обещала показать. Показала максимально, насколько это было возможно. Да, Микушка? Все, приехал домой, кажется, мой парк. Это все тут мое. Боже, заговорила аж застыл. Мы приехали уже домой раненько утром. Ну, в принципе, как я. Где-то мы за час, за полтора доехали. Бышка, ты дуешь? Да, у нас в парке тихо. Бежи, Микки, бежи, твой парк, проверяй, все. Все обследуй, все проверяй.
Ой, у нас ветра вообще нет, это хорошо. Пойдем, Микуша, пойдем. У нас сейчас дальше продолжаются приключения. Дорога. Что хотела сказать? Про опыт куда-то поехать. Сейчас, если у вас есть возможность, возможно, у вас тоже есть там какая-то дача, либо же вы можете куда-то поехать, обязательно выезжайте. Все-таки это положительный опыт. Нужно куда-то ездить. Я вчера вообще без интернета почти была, что там связь не очень сразу ловит. Поэтому в любом случае это пойдет вам на пользу. И мне пошло. Сегодня мы отправляемся дальше в приключение. Продолжение. Я про платье вам рассказывала уже в следующем видео. Поскольку буду его забирать, выбирать, расскажу еще больше. Сейчас хочу прийти быстренько смонтировать ролики. Мне единственное, что не хватило, так это возможности смонтировать и загрузить видео. Привыкла я это делать сразу, но поскольку интернета нет, пришлось ждать. Что-то пустой парк, да, вообще? И с собачками никто не гуляет. Не, ну будни, но мы же тоже так выходим обычно. И никого нет. Дом, милый дом, друзья. Все-таки дома себя вообще абсолютно по-другому чувствуешь. Села за монтаж видео. Не люблю все делать в попыхах, но хотелось бы завершить все дела свои сегодня, так как завтра, послезавтра планирую плодотворненько поработать и постараться закончить, дописать диплом, потому что вот буквально еще неделя осталась, неделя полторы, вот, и у меня уже будет сдача. Как я говорила, что я безумно переживаю. Ну, как бы, представление презентации, я понимаю, что я ее сделаю, вот, но ее нужно еще рассказать, подать так, чтобы заинтересовать будущего, скажем так, возможно, будущего работодателя, ну и плюс закончить. Сейчас монтирую ролик, кстати, очень много комментариев попадает сейчас, к сожалению, все, выключился ноутбук. Много комментариев попадает, к сожалению, на проверку. Я не знаю, с чем это связано. Даже нормальные комментарии попадают, и поэтому мне приходится их всех выпускать. То есть я уже не ставлю галочку, типа, чтобы все отправлялись на проверку. Ну, в общем, почему-то так происходит. YouTube свои правила выставляет. Быстренько монтирую, и комментарий один мне попался на глаза. Я немножко хочу его расшифровать. Во-первых, хочу сказать спасибо большое всем за комплименты. Я считаю, что действительно я стала выглядеть лучше. Вот. Раньше бы, наверное, я бы сказала, нет предела совершенству или нет предела идеалу. Сейчас я так не скажу, потому что я точно знаю себя, я точно знаю, что идеальных людей не существует, и рисовать себе какой-то иллюзорный идеал я не буду. И, кстати, о идеале был этот комментарий. Сейчас включу комп и немножко скажу. Возможно, мои слова помогут кому-то сейчас, так как когда-то помогли мне. И я работала с психологом не длительное время, но тем не менее. И это дало пассивный вклад, да, в мои изменения и в мое восприятие моего тела и моей внешности. Итак, пожалуй, я иногда буду так делать для того, чтобы люди могли меня услышать и понять конкретно мою позицию. И, возможно, то, что я буду говорить, будет также помогать вам. Я не профессиональный психолог, диетолог и так далее. Я могу говорить исключительно, опираясь на свой собственный опыт. Вот, человек написал комментарий. Кристина, ты большая молодец, пожалуйста, доведи до себя до идеала, не остановись на пути. Кстати, на полпути. По поводу не остановись на полпути или главное удержать результат. Это плюс-минус то, о чем я сейчас буду говорить. Вроде бы похвалили, вроде бы хорошо. Так вот, что ответила на этот комментарий я? Зачем вы вгоняете человека в ваши рамки и идеалы, если он счастлив в весе, которым не идеален, в форме, которая не идеальна? Ну, правда же, такое бывает. Есть очень много моделей плюс сайз, которые, ну, абсолютно классные, счастливые девчонки, полноценные, несмотря даже на то, что у них нет идеальных параметров. Из-за таких рамок у здоровых людей могут проявиться психологические проблемы, то есть то, о чем я говорю. Тоже расстройство пищевого поведения и так далее. То есть даже незначительное слово, понятное дело, что мы не можем жить в куполе, да, где все будут нас оберегать и так далее. То есть, ну, я разъясняю это для того, чтобы, возможно, вы не совершали ошибки относительно своих близких.
Я знаю, о чем говорю, длительное время общалась с психологом. Человек мне ответил на этот комментарий. Сейчас где-то я видела. Тоже он почему-то пришел на проверку, хотя там ни оскорбления, ничего не было. Я его выпустила. Вот. А психолог не сказал тебе, что хамить в ответ на поддержку не есть хорошо. Во-первых, в комментарии я не видела хамства. Я просто разъяснила и пояснила для того, чтобы человек понял, что у меня выстроены, да, какие-то свои границы, которые не стоит переступать. То есть я не приверженец того, чтобы мне постоянно капали на голову, говорила, ты смотришь, не вернись, теперь главное удержать. Ну, то есть это вгоняет человека в страх, ну, реально. Ну, просто по тем результатам, которые у меня были до того, и те результаты, которые у меня есть сейчас, я могу судить, я могу провести параллель. Я оградилась от себя где-то, ну, в течение этого года. Понятно, были какие-то ролики, что-то я вам рассказывала, но в большей степени я отградилась от этого, и я себя чувствовать стала лучше. А это главный показатель. Когда человек чувствует себя хорошо, тогда у него проявляются какие-то результаты. Вот дальше девушка, женщина пишет, я не знаю. Я не описывала критерии своего идеала. Если бы ты внимательно читала, а не додумывала. В моем комментарии желаю тебе стать идеалом, имела в виду идеал в твоем понимании. Не юли, если бы ты... Вот это вот еще фраза. Не юли, если бы ты была счастлива в том весе, ты бы не худела. Значит, тебе лишний вес не устраивал. Все равно ты желаю тебе не останавливаться на достигнутом. Спасибо вам большое. Относительно критериев идеала, действительно, возможно, я не дочитала. Признаю, что я в этом не права. Относительно не юли, если ты была бы счастлива, ты бы не худела. Изначально, где тогда я себя ограничивала в питании и перешла на правильное питание для того, чтобы улучшить свое здоровье. Я вам об этом говорила, что это основа, от которой я опиралась, потому что у меня проявились проблемы с почками. Еще есть нюансы по здоровью. Я думаю, что у каждого человека они есть, и у того человека, у которого есть лишний вес, у которого нету. И, соответственно, я стала есть меньше мусора, плюс-минус правильные продукты. Это изначально на начальном пути, о котором мы с вами еще обязательно поговорим, конечно же. Мне хочется, почему мне хочется вообще снять отдельное видео? Для того, чтобы вы уловили же ту цепочку, по которой я шла. Потому что то, что происходит сейчас в моей жизни, то, как я питаюсь, изначально этого не было. То есть толчок был совсем другой. Ты бы не худела, а я не худею. Ну, я реально ем, что хочу. Вот вчера мы съели шаурму, вчера мы купили мороженое, еще съели, я, по-моему, не говорила. Потом ходили, там типа такой ларёчек, не магазин, есть, а ларёчек. Там мы купили мороженое, съели. Это все было вечером, и все нормально. Вопреки тому, что мне люди постоянно писали, тебе нельзя есть торт, тебе то нельзя есть, тебе там нельзя есть то мясо, тебе нельзя то, нельзя, вот эти вот нельзя, вот эти вот рамки, которые люди ставили и себе, и мне, ни к чему хорошему не привели. То есть я прислушивалась, да, к определенному кругу людей, и это ничего хорошего не дало. И еще хочу сказать, каждому человеку, будь то там ваш друг, там родственник или так далее, вы должны выстроить свою позицию четко, четко с расстановкой, да, потому что если все-таки ваши близкие хотят вас поддерживать в том, что вы худеете, не худеете, становитесь здоровее, неважно, они должны понимать, что стоит говорить, а что нет. Говорить, ты жирная, не жри, ну, это не поддержка и это не мотивация. Да, вы начнете худеть, но этот результат будет кратковременным. Поэтому обязательно внимательно подбирайте круг людей, круг общения, потому что, как оказывается, в жизни, ну, как бы, это тоже имеет большое влияние, особенно тогда, когда человек меняет образ жизни. Спасибо большое, что дослушали меня. Продолжаю монтировать видео. Думаю, выходные для вас будут интересными, потому что будут интересные видеоролики. Ролики. Кому-то не нравится то, что я картавлю, а мне нравится. Я кайфую от этого. Я больше этого не стесняюсь и не стараюсь угодить кому-то в том же, в плане того же похудения, изменения и так далее. Ну, живите для себя. Мне, например, сейчас, на данный момент, важно, чтобы вы также смогли что-то поменять в своей жизни, как это сделала я. Несмотря на то, что говорят другие, несмотря на какие-то там обстоятельства. Вы крутые, вы классные, у вас все получится. Поэтому всем мирного неба и до скорых встреч.